Но всех интересует вопрос. Кто же будет основным вратарем нашей сборной? Ну, тут двух мнений-то быть не может. Наши ворота на замке, когда там стоит... Яшин! В центр! Сместись! Лев Яшин. Валя. Лев. Огромный вклад в победу «Динамовцев» внес молодой Лев Яшин. «Реал» — это, конечно, хорошо, но я как-то привык за «Динамо». Достаньте нам эту гребаную победу! Чтобы Родина вами гордилась! Чтобы они вас запомнили! Мечтать игру на... Футбол, он живой. Растет, меняется. Одной реакции мало. Пойму я тебя, Лёва. Руки есть, голова работает. Но чего тебе этот футбол? За поражение команды должен кто-то ответить персонально. Яшин уже отыграл свое. Яшин — это и есть команда. А это футбол! Старые заслуги, девчонок! Важен результат! Когда станешь за сборную играть, помни, ты выходишь не просто так дерьмо пинать. За тобой страна, люди. Так что постарайся не огорчать их. А ты Яшин? Ну, Яшин. А чем докажешь?